Всем привет, ребят! Сегодня вышли немножко прогуляться. Торговый, ваш любимый центр. Торговый центр. Детки у нас. Сегодня много людей пришло в кинотеатры с детьми по ходу. Наверное, там сейчас как мультик идет. Вот. В общем, ребят, много чего интересного. Короче, и как же без повышенной тревоги обязательно. Вот, ребят, сегодня решили перекусить в торговом центре с соляночкой. Вот такой вот. Кстати, мы уже пробовали, эта солянка тут очень вкусная. Вот такая вот. Мы не часто, конечно, ходим, но иногда можно, я думаю. Но тревога у нас продолжается. Капец. Но люди пришли, люди пытаются как-то отдохнуть, отвлечься. Так что так. Ну, ребят, конечно, как можно пройти мимо продуктового, если идешь гулять. В общем, ребят, обычный выходной день в Харькове. Блин, ребят, к корзинкам лучше не подходить, потому что я бы забрала все. У меня уже куча их. И все, надо еще. Всякая всячина. О, нет, это не посуда. Посудочки. Раньше тоже увлекались. Увлекались выпечкой, да, раньше. Теперь эти как-то все формочки стали не сильно актуальны. Смотри, немецкое качество. Теперь мы знаем, что такое тоже продается в Германии. Много всего разного, сковородки, формочки, сковородки. Просто сейчас, ребят, как вы понимаете, такое чемоданное настроение, ну, в смысле, не настроение, а, так сказать, по фактам, да, исходим из ситуации, то, что есть. И получается, какие-то вещи для дома покупать, мне кажется, не очень актуально, потому что, возможно, надо будет быстро уезжать. Но сегодня ночью вроде не было никаких обстрелов. Ну, точнее, мы не слышали. Но утром уже где-то в отдаленности тоже опять были. Так, в общем, идем еще в один магазинчик, который мне нравится, в общем, магазин одежды. В общем, ребят, немножечко купили то, что очень сложно найти, и пойдем. В общем, ребят, самое сложное, что найти, вы удивитесь, но это обычная футболка в американском стиле. Там с какой-нибудь надписью такого оверсайз размера. Так что. Вот, ребят, так прошел выходной. Это обычные будни. Раньше, но разница в том, что раньше они были без тревог и без взрыва. Но в любом случае, вот, до сих пор от взрыва не, короче, никто ничего не, пока что тут не делал, не восстанавливают эту часть. Это тоже был тут торговый центр, пока его не восстанавливают. Ну, а так, ребят. Ну что, всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока-пока.